Что ж, дорогие друзья, у нас такая вот планеточка есть. Называется она, если правильно читаю, Venus Nuclots. То есть без, не знаю, дорог, что ли. Сейчас давайте долетим, посмотрим. С орбиты выглядит довольно-таки прилично. Вот только что-то у меня камушки почему-то некоторые розовые стали. То ли меня глючит, то ли опять разрабы что-то намутили. Давайте поближе подлетим, а как раз вот напрямую летим к камушку. Я вот что-то юмора не понял сейчас. Шо это он фиолетовый? Это пустой мир, дорогие друзья. Абсолютно без модов. Здесь только планеты я оставляю, но на астероиды никаких модов нет, кому интересно. Но по ходу дела астероиды у разрабов стали нежно-розовые. Ну, прогрузишься или нет? Да, какая милота. Понятно все. В общем-то, о, смотрите, даже золото я вижу. Вау, о, железо есть. Ой, либо у разработчиков инженеров что-то не то, либо как-то так. Смешно. Очень смешно. Так что, ну, астероиды теперь у нас нежно-розового цвета. А нас не интересует вообще планетка. Давайте-ка ее посмотрим поближе. Так, что это у нас за... Это тени. О, розовый пирожок. Блин, сразу жрать захотелось. Ты мой. О, лава, дорогие друзья. Так, а это... Так, а ну-ка давайте-ка попробую побурить. А что это за материал-то такой интересный? Что-то мне стало жутко интересно. Наверное, вам тоже. Это у нас просто красный камень. Да, просто красный камень. Да, слушайте. Раньше такого я не припоминаю, что было возможно сделать. Смотрите, теперь просто обычный камень, просто красный, как лава. Слушайте, шикарно. Очень темно. Так получается, теперь на каждую планету любой разработчик мода, ну, планеты, может свои краски сделать. Слушайте, шикарно. Но, правда, бак с астероидами, это стандартный мир, видно. Мне придется, дорогие друзья, вследствие того, что астероиды заглючили, не знаю, в одиночке еще не смотрел, вставлять их модовыми. Ой, это смешно до идиотизма. Просто до идиотизма смешно. Так, что у нас здесь? Тут тоже, смотрю, камушки. Так, а вот там кратер какой-то. И типа лава так скатывается. А ну-ка давайте посмотрим. Может там типа вулканчик? Не, ну а что, вот так вот смотрите, похоже. А если даже по горизонту смотреть, да. Даже по горизонту здесь что-то должно быть. Ну-ну-ну-ну-ну, дайте нам вулканий. Не, вулкания не будет. Жаль. Смотрится, конечно, прикольно, но если бы тут вулкан был, это было бы еще аж зена как прикольно. Ну и так красиво. Ну да. С розовыми астероидами смотрится просто шикардос. Ладно. Назову планетку гористо-лавовая с розовыми пончиками. Ха. Розовые пончики и гористо-лавовая планета. Ладно, как-то так назову. Ну что ж, вот такая вот планетка Venus Nuclots. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл. И пойду-ка я на кухню что-нибудь укушу после таких публиков. Что-то мне аж захотелось очень резко. Всем удачи, всем пока.